Ну что, всех приветствую на канале Tap Tap Heroes. Сегодня отнюдь не пятница, но уже почти середина недели, мы должны уже пройти ивент, который, собственно, у нас здесь имеется. Поэтому все собираем. Все получаем и идем на самый, пожалуй, интересный момент сегодняшнего дня. Это День Благодарения в совокупности с Черной Пятницей, которая уже давно прошла. Ну, не суть. В общем, здесь мы максимально забираем 600 тыкв и сундук. Все-таки я смог достичь совершенства. Но здесь опять надо пробовать. Блин, я постоянно забываю. Подожди. Это же медуза. Не годится. Не проканала. Ну ладно. Думал, сейчас как сделаем. Но нет. Не сделаем. Ну и ладно. Так, ну что, в принципе, здесь получим еще вот эти наборчики, пару штук, чтобы было, и дальше мы их, в принципе, можем открыть. Вот так, совершенно спокойно, не напрягаясь. Где они у нас тут лежат? Предметы. Вот они. И еще 700 тыкв. Обалденно. Ну и самое интересное, сколько мы наберем сейчас вот здесь вот. Значит, 5900 есть. Значит, 59 минимум должны набрать, включая на артефакты. Давайте пробовать. Погнали, по одной будем кидать. Десятками здесь смысла нету кидать, а вот по одной самое то. Ну и заодно наблюдаем, что падает. Я думаю, что-то должно интересное выпить. Ну вот по две, по одной все-таки падает. У нас побыстрее. Чтоб тут уже не было вопросов, как чего. Ну вот, смотрите, считайте, мы 59 уже набрали, еще 9 закидонов у нас идет. О, 68 аж. Здесь чуть-чуть не хватает до рамки. Еще 400, да, оно получается. 400. Ну, 400 мы можем вот здесь сделать, теоретически. А, купим тогда желудя. Десятку. Ну, давайте здесь искать. Ага. Годится, нет, не годится.
Вот, это годится. Это годится. О, это годится. Давайте. И еще десятку. Здесь. Ну же. Что ж такое? Не хватает, видите? Сейчас все, попытки кончились. Прикольно. Ну что, 250 только тыкв. Где еще там, блядь? Здесь получаем. Посмотрим, вот сейчас еще можем два сбора, может быть, хватит 150, если там на фарме. Если сейчас получится, то удачно будет как раз нафармить, и собственно это все. Да, и там 250 забираем. А хотя подожди, может, где это я потерял, елки-палки. Может, здесь удастся сейчас поставить? Не, не удастся. О, вообще 150 стало, блин. Это я что-то тупанул. Зря полез. Зря. Ладно, давайте сейчас вот здесь откроем. В сундуке. Вот эти вот. Ну-ка. Блин, как назло не выпали, прикиньте. Ну это пипец, это пипец. Рамку-то хочется получить. Ну давайте, может, так тыквы попробуем набить. Давайте подумаем, как набить тыкву так. Так, ну что же мне здесь пройти? Как считаете, что будет более, так скажем, эффективным? Правда, нифига не набрать будет тык в очередной раз. Но слушайте, ну вот чудо призыва, кстати, 10, то есть если я 40 сделаю, то мне дадут 200 тыков. Рулетку если повращаю один раз, тоже. Давайте чудо призыва сделаем. 40 призывов если сделаем, уж можем себе позволить. Тем более у меня тут 345, а вам контент. Поехали. Люблю, когда выпадают вот эти вот фрагменты. О, блин, вот этот жирный призыв, это жир прямо, я вам так скажу. И вот эти фрагменты, это прям космос. По 10 штук, но все равно в целом-то неплохо. Обалденно. Мне прям нравится. Так, я уже думал, аурель выпала. Но нет. Ладно, последняя десятка. И там, в принципе, тыков нам хватает. 400 должны набрать. В общей сумме здесь 160, здесь, бог с ним, 150 обмениваем. А, кстати, мы же можем вот так сделать. А, точно. Это я что-то уже тупанул. Все, есть, хватает. Вот это у нас тык 74. Открываем, получаем. Рамку, главное, взяли. Ура!
Ну, это ладно. Это так чисто. Бонус раунд. Не будем уж замахиваться, а вот рамку мы поставим. Давайте. Рамка с тыквами. Выглядит прикольно. Я бы здесь аватар тоже поменял. На какую-нибудь прикольную. Какую только. Оно такое. Такой тигр в яблоках. Такая морда. Так. Ну что. Вот такой вот видос. Надеюсь, понравилось. Забавненький такой, да? Вышел. Ну и эпично, конечно, тут отбились. На тонкого все прошли. Осталось последнее, это получить награду. Самое, наверное, приятное. На самом деле я банку хочу взять за полтинник. Уж не обессудьте, не критикуйте, но можно взять вот этот сундук с обалденными картами, да? Можно даже взять вот эту тему. Но я хочу взять вот эту консерву. Продвинутую. Нам их 9 штук, правда, надо. Это будет целая вечность. Ну, давайте. Питомцев... Ой, питомцев же надо кормить, прокачивать и так далее. Вот. Ну и плюс возьмем, наверное, алмазный ключ. Нет смысла брать вот это вот. И 4 еще осталось. Number 5. Ладно. Завтра еще соберу, будет 5. Заберу эти фишки казино. Точнее, не казино, а рулетки. Продвинутые. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо, кто был на протяжении всего ролика, досмотрел до конца. Желаю вам всем успехов здесь, прокачки, развития. Мы увидимся уже совсем скоро в пятницу на новом ивенте, который должен быть интересным. Пока-пока.